Короче, я проснулась. Я выспалась очень хорошо. 10:18. Я уже повторно легла. Я умылась, намазала лицо кремом, легла. Легла, чтобы немножко впиталась. Потому что если начинаешь бегать, как юла, крем не впитывается и начинает там лицо потеть. Легла. Ой, думаю, как провести сегодняшний день. Сегодня у нас понедельник, 12 февраля. 12. 10:18. Я зубки уже почистила. Я сняла кап, в которой спала. Прополоскала ее. И почистила сразу зубы. Волосы расчесала. Лицо, как сказать, кремом намазала. Такие, знаете, мелкие делишки уже сделала. Двери открыла. На ночь запираю на все звонки, потому что в этой квартире спит сокровище. Ольга мне написала, старшего подъезда моя в Каменске-Уральском. У нас в подъезде начался ремонт. Короче, будут белить и красить стены. Она попросила, чтобы, ну как бы поставила в известность. Потом будет сложно отмывать двери, чтобы мама пришла и закрыла либо клеенкой, либо газетами. Ну, я потом с мамой переговорила. Диспансеризацию сейчас Валерина проходит. Ездила на Ленинский туда ко мне. А чуть позже это сообщение это пришло. Мама вот сфотографировала мне объявление на остановке. Продается квартира двухкомнатная на Южном. Я же еще не утратила, как сказать, желание купить квартиру. Смотрю, присматриваю цены, какие районы. На сделку, конечно же, нужно будет ехать. Но вот меня 26 февраля ждут в налоговую. Я, конечно же, не поеду. Сегодня 12 февраля, считайте, половина февраля уже прошла. Ну вот мне мама утром сначала посылает сообщение, что в налоговую, сообщение на остановке, что квартира продается. Я думаю, одновременно про налоговую, говорю вам про налоговую. Мама только уехала с Ленинского, Ольга прислала сообщение. Там с периодичностью 1,5 часа. Начался ремонт в подъезде. Нужно что-то делать, закрыть двери. Иначе, говорит, у тебя они деревянные, иначе потом сложно будет отмыть. Я тоже все понимаю. Маме сообщила. Что это я вам говорю? Надо вставать, просыпаться. Волосы хочу покрасить. Надо посмотреть, какая погода. Мне сегодня нужно сходить на почту. Обязательно. И получить код для того, чтобы не разблокировать телефон. Я там посмотрела видеоролик на YouTube. Телефон иностранца можно разблокировать, если зарегистрируешься в системе Edevled. Это типа наших госуслуг. Но для того, чтобы зарегистрироваться, нужно получить код на почте, ну, чтобы подтвердить свою эту личность. Надо взять документ, пойти на почту. Сейчас пойду волосы покрашу. Я с сегодняшнего дня начала пить витамины, кстати. Угу. Выпила уже витаминку. Вчера не бухала, так такая, да? Румяненькая, такая хорошая. Хорошо себя чувствую очень. Вчера вечером была такая уставшая. Вообще, просто легла, душ приняла, легла спать. Так, витамины начала пить. Что, мне кажется, все новости вам рассказала? Да? Да, да, да. Надо вставать. Надо вставать, красить волосы, пить кофе. Сейчас я обернусь. Я тут галехонькая. Ну, как в футболочке. Но немножко мокрая, потому что я умывалась. Сигаретку, кофе. Все, как я люблю. Резиночка. Я ее искала. Белье, интересно, высохло. Вчера вечером стиралась. Темные вещи. Завтра поставлю белье. Знаете, какого плана? Постельное сниму завтра. Завтра буду стирать постельное и полотенце. Ага. Да, подушки такие классные. Синяк, посмотрите какой.
на ноге. Синячина. Не знаю даже, какой, откуда взялся. Челюсть моя. Капа. Вечером бананы кушала. Ну так. Сыр ела. Сыр ела. Бекон. 16 градусов у нас сейчас. 16. Лето летнее. Угу. А завтра по прогнозу пишет сильный дождь. Сильный дождь. Ну, возможно, этот сильный дождь будет ночью. Возможно. Я переобуваю тапки. Сам покажу атмосферу за окном. Сейчас, мои дорогие, сейчас. Одиннадцать часов утра доходит. Где там половина, может быть. Ничего у меня такого интересного нет. Все как обычно. Сегодня дождя не будет. Можно гулять. А вот завтра дождь. Ах, а вот завтра дождь. И сегодня нужно пойти на почту. Обязательно. Досохло? Чуть-чуть не досохло. Чуть-чуть не досохло. Моя клубничка. Трусики постирала там водолазки. Штанишки. Ну, кручусь потихоньку. Так. Телек включил. Это. Зеваю, надо кофе попить. Включился, нет? Надо посмотреть. Включился. Он на каком канале? Ага, Россия 24, нормально. Это хорошо, что Россия 24. Так, это что мне надо? Стакашки убрать. Турку можно не мыть, кстати. Там нет даже никакой гущи. Она просто чумазая. Это можно, значит, не мыть. Если была бы гуща, нужно было бы ее выколачивать. А так вполне. Сварить кофе вполне. Ничего такого нет. Ничего. Пока кофе варится, я пойду, краску найду, разведу. Возможно, даже успею ее нанести. Возможно. Поменьше, наверное, надо мне кофе класть. Да. Так. Я все еще зажигалку уже не купила. Так, кофе сюда, кофе сюда. Это я вчера бекон резала, сыр резала и стакан, в который я пила ночью. Так что посуду у меня будем считать, что нет. Так, кофеек варится, а я ничего не хочу, блядь, как обычно. Вечером у меня жор начинается. Вот такой вот вчера бекон ела. Наташа с Димой привезли. Вечером у меня начинается жор. А с утра я не хочу ничего есть. Так, кофе варится. Не убежит, да? Потом пойду помешаю. Ровно стоит? Ровно. Так, из прозрачной кружки буду пить. И корка осталась. А, блядь, в пизду. Разуваюсь. Ну, такая красоточка. Вы видите, какая милашка? Вы видите? Сейчас эта милашка будет красить волосы. Это мне Лена подарила Забинкова. Лично от себя. Это не я заказывала. Это, короче, помада, которая имеет проявляющий эффект. Немножко. Она увлажняет губы и имеет проявляющий эффект. По сути, это обыкновенная увлажняющая гигиеничка. Цвет у нее не такой, какой. Вот. Нет, я не ей. Я бархатными кубками намазана. Так.
Мне нужно достать вот это. Так, мисочку, расческа, щеточка. Мне нужно достать хну. Так, шоколад и горький шоколад. Может быть, мне двумя пакетиками ебануть? Готово к нанесению. Шоколад. Вот это я буду. Да, вот это вот. И потом у меня еще останется 2, 3, 4, 5, 6, 7 пакетов. Потом еще нужно будет как-то маску сделать для волос с никотиновой кислотой. Это мне Стелла Эриковна подарила. Так, перчатки. Перчатки. Так, перчатки. Я вспомнила, у меня закончились салфетки влажные. Ну что, у меня их, блядь, нет. Не должны быть. Ну, не может быть, что они закончились. Блядь, ирригатор. Некуда ничего ставить, твою мать. А вот. Вот, пожалуйста. Я знаю, что я не могла их забыть купить. Эти вот влажные салфетки. В этой футболочке я обычно красила волосы. Это тоже уже такая никчемышная. Можно и в ней красить. Я быстренько нанесу краску. Лена написала, что тоже пошла в душ. Тёма вроде пошел гулять. А, кстати. Леночка уезжает в пятницу. Купила билет. Уезжает в пятницу из аэропорта Аланью. Вот так вот. Улетает, и мне нужно сегодня еще узнать будет цену на один препарат, на медицинский. В мой город нужно будет отправить. Там девочка раком больна. Вот. Я уже сходила. Этот препарат есть. Это давненько было. Еще до Лениного приезда. Я сходила. Этот препарат есть в наличии. Узнала цену. Ну, цена может, конечно, измениться. Узнала. Есть в наличии. Все. Производство Турции. 15 упаковок нужно будет сегодня купить. Дай бог, девчонка-то выздоровеет. Дай бог, окрепчает. Так, все. Я уже готова к окрашиванию волос. Готова. Вам покажу. Так, перевернула телефон. Развела. Ну, одного пакета достаточно. Буду красить корни. Вот тут вот. Височную часть. А потом остатки разнесу, расшевелю. Так, надо кофе проверить. Я быстро нанесу. Это же все уже проверено. Кофе пока сварится, кофе пока остынет как раз. У меня уже краска будет нанесена. Так, надо коврик загнуть, потому что я могу капнуть. Так вот. Вот так вот. Ну все. Инна парикмахер. А что? А вы заметили у меня какое кольцо вот здесь вот? Прям кольцо, смотрите. Видите? Видно? Так, все, котики, прощайте. Ну, как прощайте? Кофеек, наверное, вместе хлебнем. Посмотрим. Не знаю, не буду зарекаться. Так, все, краска нанесена. Засрала тумбочку. Давай затирать. Так, кофе, похоже, дело сварился. Еще иду в перчатку. Ага, прекрасно. Кофе сварился и не убежал. Так, резиночка моя. Сейчас соберу волосы. Почищу тут немножко. Очень хорошо нанесена краска. Очень. Девчонки, я как бы склонна сама наносить ее. Во-первых, это всегда хороший результат. Я всегда в нем уверена. Всегда. У меня волосы не секутся, не гнутся. Я их не пересушиваю. Хна есть хна, девочки. Да, хна есть хна. И тем более, что, как, что тут сказать, я же волосы крашу в свой цвет. То есть там я не черные волосы белым закрашиваю. У меня всегда идеальный прокрашенный цвет. Вот так вот еще руками сейчас подделаю. Краску заберу в хвост. Волосы заберу в хвост, чтобы они по шее не это. Я и вот сзади мне хватило краски. И вот здесь вот все прокрасила, поднимала хвост. Все.
волосы расчесала. Девчули, буду очень красивая. Ну, хотя куда уж баще, да, ну согласитесь. Вот краску нанести, ну, 10 минут. Полчаса с ней походить. И смыть тоже ровно 10 минут. Перчатки смыла. Пойду, когда в душ, надену их, чтобы голову шоркать, чтобы ногти не запачкать. Я не знаю, что я так долго собираюсь всегда это сделать. Запачкала. Так, запачкала, надо протереть. Это типа, знаете, типа сиф. Чиф в Турции называют. Сиф продается. Точно такой же состав, один в один. Один в один состав. Так. Отлично. Машину не запачкал. Отлично. Коврик уже поправила. Все. Потом влажной салфеткой сотру, когда закончу все. Главное, пятно нужно было ликвидировать. Сейчас кофе. И все. И все. Так, что у меня? Кофеек, сигарета. Все по плану. Надо топотушки надеть. Так, засекаем время. 11. Где-то 11:30. Но я уже с нанесенной краской минут 7 хожу. Так. Девчонки, очень даже хорошо. Очень даже. Я вам не рекомендую, знаете, конкретно именно эту кно. Но домашнее окрашивание, знаете, порой оно ничем не уступает профессиональному. Если вам нужен просто естественный цвет ваших волос, то нахрена идти, блядь, в парикмахерскую тратить деньги. Тратить деньги, знаете, какие-то просто, знаете, так вот. Вот он зашел. Тратить деньги какие-то бешеные просто. Нужно, кстати, еще сегодня сумку освободить и Леночке ее отдать. Да, и Леночке отдать. О, про интервью нашего Владимира Владимировича Такеру Карлсону. Слушайте, столько мемов появилось уже на это интервью. Блядь. Короче, президент российского государства 35 минут рассказывал исторические факты, в то время как Байден не помнит, что ел на обед. Сука, я, получается, как Байден. Потому что я реально, как это, блядь, в прострации. Тут совершенно как бы другой человек, другого склада ума. Наш национальный лидер. Самый лучший президент России. Самый лучший президент в мире. Кого в России? Во всем мире. Да, даже не сравнить. Я сейчас пойду на балкон. Открою дверь, поставлю камеру и кружку. Вот это вот все нужно будет принести. За один раз хочу, а не успею за один раз. Как бы, ну, нужно будет несколько раз ходить, поэтому я сейчас сделаю так все. Чтобы мне было удобненько. Так, думаю, сесть вот на эту половинку, потому что тут все-таки угол и будет поддувать, да? Вот сюда лучше сесть будет. Ага, все правильно. Так, ставлю вас. О, ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Поставить. Ой, как хорошо. Что может быть? И массажик сделать. Кофеек пока все равно горячий. Смою волосы. К 12 буду готова. К 12 постараюсь выйти из дома и пойти в аптеку. Еще раз проговорить цену, проговорить срок годности, какой у препаратов. Женечке написать. А, меня попросила Женечка, ну, для своей знакомой. Женечке написать, что такая-то стоимость, столько-то количество. Чек, естественно, приложу. Естественно. Потом пойду на почту. Чтобы получить код.
Кофе еще есть. Так, сигаретка. Сигаретка. Ой, кайф. Ой, кайф. Что, нормально? Или еще горячо? Уже более-менее. Подожди, соседушка моя идет. Нет, а познатушки? Думала, Лена идет. А, ну, как бы женщина, такой женский силуэт с белым собачонком. Нет, хотела рукой помахать, так вот. Блять, мне вообще ничего, ни о чем думать смешно нельзя. Ладно, хоть у меня не кофе во рту. С печеньками. Бывает, что-нибудь вспомнишь? Вспомнила, как Ленка как Ленка плясала на пляже с мужиком. Под музыку, под какую-то клубную, какая-то техно-музыка. Я пьяная была. Я просто ржала, как сумасшедшая. Так, Виталечка написал: «Доброе утро, прекрасная Инна». Артем что-то не пишет. Гулять, наверное, ушел. Так, всегда. Артем после завтрака уходит гулять. Юнайден. Юнайден. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У меня такая задолженность по видео. Мне некогда снимать, мне некогда выкладывать. У меня в день и так по два видео. Ой, бля, мне некогда жить, вы понимаете? Мне некогда жить. Так, Райфайзенбанк. Изменен пароль для входа. Ну, это я его меняла. Пришло уведомление на электронную почту. Кофейное зерно упало. Ох, ой, какая хорошо спала. Смою волосы и займусь делами, да. У меня аптека сегодня. Связаться с Женей. Деньги потом переведут. Это как бы нет. Главное, мне нужно Лену собрать. Купить препараты, отдать Лене. Сейчас положу. И комет. Еще и пойду на почту. Отвалился, гляньте. Видите, прям с угла. Полетел, отвалился. А что я говорила, что я не люблю зефир? Вполне люблю. Вполне люблю. Завтра сильный дождь. Мама сегодня ходила в поликлинику. Сдавала кровь. Диспансеризация. Я в этом году не сдавала флюорографию. Интересно, здесь можно сделать или нет. Кайф. Утро красоты. Блять, я опять начала вспоминать, как Ленка ржала, как Ленка танцевала. Я вам открою это видео. Насладитесь. Недолго, 11 минут безумия. Я так переживала, что Ленка упадет туда, в обрыв.
Потому что она очень близко стояла к краю. Как не стояла? Плясала, прыгала. Спиной тем более. Я думаю, сейчас эти выкрутасы закончатся, он туда полетит. Так, шейка лебединая. ₽10 на Валберис. Я бы на массаж пошла. Я пошла бы на массаж всего тела. Артём хотел узнать, где там делают. Палец, блядь, порезала. Даже не заметила, где. Не заметила, как. Вчера давила лимон, когда ели рыбу на набережной. Лимон попал. Так прямо это. Вылила, да, остатки уже. Так прям щипало. Вот вполне достаточно для счастья. Кофе, сигарета, выспаться. Что-то крепкий, что ли? Аквабльон. Парламент. Так, так, так. Так, так, так. Буду завершать видео. Мне никто не пишет. Похоже, дела нет. Ну вот из турецкой группы, в которой я состою, Виталик написала, Лена написала, мама с мамой переписывалась, Соля переписывалась. С Женькой вчера, Вадим с Наташей вчера поделились хорошей новостью. Представляете, вот он говорит, у меня аж слезы. Мы с границы открыли. Теперь мы можем... через Польшу, Белоруссию и Москву доехать, представляете? Вот, представляете? Я такой счастливый. Я такой счастливый. Мы, наверное, поедем в Турцию, а потом поедем в Россию. А потом поедем в Россию. Круто, круто, круто. Вот решил, это немножко аж слезы пошли. Такое вообще. Теперь мы можем через Польшу, Белоруссию и в Россию сразу попасть на автобусе. Ну это... Вообще, вот такой... И в Россию сразу попасть. За 150 евро. Ну, это как бы цена, как бы такое. Он говорит, границы открыли из Германии, сейчас можно поехать. Как хорошо. Он говорит, я такой счастливый. Хотя Вадим из Казахстана. Он в Казахстане родился, там учился какую-то начальную школу, потом уехали с родителями, когда он был малыш, еще совсем в Германию. Начальная школа. Но он немец. Еще один немец скоро прилетает. Дима прилетает с Леной, тоже из Германии. В марте, что ли, они прилетают? Дима прилетает с Леной. Я одна здесь не бываю. У меня всегда какие-то дружбаны здесь. Мои, да? Носочки от сглаза. Носки от сглаза, прям так и написано. Ой, детка, принц-то. Сейчас перетрясу, чтобы другой стороной, возможно, быстрее просохнет. Но за сегодняшний день точно просохнет. А пока у меня еще остатки вот этих дней, красные дни календаря, женские. Да, белье не буду снимать. Завтра сниму. Завтра все постираю. Сегодня вечером, может быть, полотенце. Да, поставлю на стирку. Все, конец видео. Я мне сегодня дел вот столько. Дел не в проворот. Поделилась с вами событиями, своими эмоциями, провели с вами утро. Короче, кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, ну, можете ничего не ставить. Пройдите мимо и простите мне мое счастье. Покасики. Всем доброго дня. Пока.